Интеллектуальные игры в этом году пройдут в онлайн-формате. В Магадане ежегодно проводят такой чемпионат. Обычно в конкурсе три этапа – что, где, когда, интеллектуальный микс и брейн-ринг. Последний этап – финальный, до него доходит только 4 команды. В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки провести мероприятие очно нельзя, однако школьники смогут поучаствовать в чемпионате 20 ноября дистанционно. Проводиться он будет полностью в онлайне, будет оборудована специальная студия, откуда ведущий будет транслировать по специальным каналам вопросы, правильные ответы. Школьники – это команды до 6 человек, принимаем заявки мы до 13 ноября, не более 3 команд от одной школы могут участвовать. Школьники будут находиться в образовательных организациях в специально оборудованных кабинетах. В них должен быть компьютер и доступ к интернету. Участникам интеллектуальных игр будут поступать задания в режиме онлайн. За определенное количество времени ребята должны ответить на вопросы. После чемпионата подведут итоги и наградят победителей. По словам организаторов состязания, это будут обычные интеллектуальные игры, только онлайн.